Всем привет! В эфире «Школьные новости». И в этом выпуске мы вам расскажем об интересных событиях и фактах нашей школы и города, которые произошли с начала учебного года. Начнем с 1 сентября. День знаний был грандиозным. Больше 2000 человек собрались на стадионе у корпуса Боровицкий. Были песни, танцы, выступал олимпийский чемпион Мусульбес Давид Владимирович. А в конце мы увидели зажигательный флешмоб от наших танцоров и спортсменов всех возрастов. Кстати, заставками к нашей передаче стали рисунки наших воспитанников. Далее о новых традициях. Теперь у нас каждый понедельник церемония поднятия флага России. А потом интересные классные часы, когда мы разговариваем о разных важных для каждого человека вещах. Например, в этот понедельник мы рисовали любимые места России, в которые хотели бы вернуться снова. День города. На прошедших выходных у Москвы был день рождения. 875 лет с начала ее основания. Надеюсь, все, кто нас смотрит, бывали в разных интересных местах и видели праздничный салют. Многие классы нашей школы посетили музеи, выставки и квесты. Смотрите! Это не только уроки в классе, и это прекрасно! Кадеты из корпуса «Краснопресненский» ходили в традиционный поход. С пятницы по воскресенье они провели буквально в диких условиях. Разжигали костер, ставили палатки. И вообще были большими молодцами. Мы ими гордимся! Бонус! На нашем YouTube-канале вышел крутой репортаж про музей метро от Мурада Самедова. На данный момент я сижу на тренажере состава 81-760 простонародья АК. Он представлен в музее московского метрополитена. Все бегом смотреть, но после нашего выпуска. На этом мы пока заканчиваем. Подписывайтесь на наши соцсети, предлагайте нам свои новости из школьной жизни и... До новых встреч в эфире!